В сентябре в Славянском районе проходит месячник безопасности дорожного движения. В рамках этого мероприятия проводится ряд профилактических операций, большинство из которых направлено на борьбу с правонарушениями водителей мототранспорта. Как с этой задачей справляются сотрудники Славянской роты ДПС, расскажут наши корреспонденты. Сотрудники ДПС в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Ведь в большинстве случаев виновниками аварий являются водители мототранспорта, которые, по словам представителей дорожной полиции, не знают элементарных правил дорожного движения. В настоящее время на территории обслуживания нашего подразделения, то бишь непосредственно по Славянскому району, с участием мототранспорта произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибло и 22 получили ранения. Это составляет значительную часть от общего количества дорожно-транспортных происшествий. С целью реагирования на данную категорию водителей было принято решение активно использовать мототранспорт сотрудниками полиции. И на данный момент уже у нас по Славянскому району 2 скутера работают, уже показывают отличные результаты. Теперь бороться с водителями мототранспорта сотрудникам ДПС стало проще. Два новых полицейских мотоцикла выехали на дороге Славянского района. Мотоциклы Sky объемом 250 кубов специально окрашены так, как и автомобили сотрудников ДПС. На них установлены стробоскопы. Разгоняются они до 160 км в час. Так что теперь нарушителям точно не уйти. Кроме того, их можно привлекать к выездам на аварии. Мотоциклистам в связи с пробками на дорогах проще добраться до места, где произошло дорожно-транспортное происшествие, чем их коллегам на автомобилях. Сотрудники ДПС обращаются к водителям мототранспорта с требованием не пренебрегать правилами дорожного движения, быть осторожными и внимательными на дорогах. Надежда Неткачева, Александр Косицын.